А перед началом видео хочу напомнить, что если вы решили обновить свое устройство, то сперва загляните на Екаталог, причем абсолютно не важно, что именно вы будете покупать, то ли это монитор, то ли это телефон, Екаталог поможет в любом случае. Фильтруйте также товары по категориям, ценам и многим другим параметрам, а также сравнивайте выбранные товары и выбирайте лучшие устройства по характеристикам. Если вы уже определились с товаром, то Екаталог будет хорошим решением, чтобы посмотреть все характеристики, фотографии, отзывы о товаре, а также найти самое выгодное предложение среди возможных. Екаталог имеет удобный и возможный интерфейс, который поможет не только сэкономить ваши деньги, но и время. Ссылка в описании. Ну что, дорогие друзья, ваш любимый Clash Royale. Я сегодня вам покажу колоду, измененную той троллинг-колоде. Короче, вот она, не буду тянуть, 4-0 эликсира. Я вот про эту колоду имею в виду, кто не понял. А здесь 4-6, а здесь 4-0. Я с ней играл вчера на стриме. Кстати, по поводу стримов, ребята, вчера было 300-400 онлайна по Clash Royale на стриме. Вы все кричите, не бросай Clash Royale, не уходи с Clash Royale, не играй в Brawl Stars, снимай больше Clash Royale. А для кого я тогда провел вчера стрим, я не понимаю. Если вдруг ты не в курсе, то стрим будет по ссылке в описании. Стримы проходят теперь на Holdik Live. Если ты был подписан, то проверь, включил ли ты колокольчик. Возможно, не пришло уведомление вчера, я не знаю, может быть и такое. Но всем настоятельно рекомендую подписаться на канал для стримов. До января там будут ежедневно проходить стримы. Потому что на этом канале у меня висит страйк, на Holdik Stream у меня висит страйк, а когда есть один страйк на канале, стримы отключены, их невозможно проводить. Поэтому подписывайтесь на Holdik Live, я там ежедневно стримлю. Clash Royale, кейсы и будет также Brawl Stars. Вы вот просите его, а не смотрите. Если, ну, вы не будете смотреть Clash Royale стримы, то смысл, для кого мне их стримить? Я вам говорил, что мне уже более интереснее играть в Brawl Stars. Но если вы хотите больше стримов по Clash Royale, то подписывайтесь. Потому что я провожу еще каждый день до Нового года, наверное, буду проводить стримы там. А с января уже будут на этом канале. Вот, подписывайтесь. На этот канал тоже подписывайтесь. Также меня просили оставить снег, но не знаю, напишите в комментариях. До зимы еще 2 недели, до Нового года еще 1,5 месяца, но просят снег, хотят, атмосфера. Короче, поехали в бой, ребятки, поехали в бой. Сейчас будем нагибать. Знаете, чем мне эта колода понравилась? Я, ну, офигел от того, что она вроде 4-0, но цикл здесь до 3 мушкетеров. Я играл с големом, начнем с того, я проиграл. Цикл до 3 мушкетеров крутился быстрее, чем цикл до моего Пойзена. Хрен знает. Поэтому давайте попробуем. Может быть, 4-0 не так уж и дорого. Так, спеллбейт. Ну что ж, сюда, короче, вот так. Хорошо, да? Прекрасно. Здесь бочка с варваром. Вообще прекрасно. Вообще шикарно. Окей, окей. Так, Poison сливать не будем. Сейчас Тесла, конечно, не есть хорошо, мешать будет, но будем что-нибудь придумывать. Здесь у нас ледяной голем, и ставим еще одну сейчас хижину. Все, ставим хижину, и смотрите, я реально быстрее прокрутился, я до варварской бочки уже прокрутился, прикол. Здесь используем poison, все, смотрите, он до гоблинской бочки еще не прокрутился, я уже до варварской. Он сливает ракету, окей, его право, я сейчас буду крутиться до новой... До новой хижины. Сейчас, по идее, ну, банда гоблинов должна быть. Я хз. Нет, Тесла, видимо, вместо банды гоблинов. Фак, он так классно задефался. Аж, блин, аж выбесил, вот правда, аж раздражает. Как он это все задефал так спокойно. Так, окей. Ледяного голема с краю карты. Так. Здесь вот так вот сейчас поставим хижину варвара. Готовим сейчас Poison на принцессу. Вот она, принцесса. Сразу ее там уничтожаем, потому что, блин, она вообще мешает копать как. У меня есть варварская бочка, поэтому гоблинская бочка нам пока что не грозит. Варвар сделал тычку, обалдеть. Вот это классно, вот это было вообще шикарно. Так, я, по-моему, вижу, что гоблинская бочка летит неправильно, поэтому выбросил чуть-чуть не так варварскую бочку. И я не прогадал. Так, давайте сделаем сплит мушкетеров. Проверим его на ракету. Ну, то есть не проверим, а попробуем забайтить на ракету. Это был байт, прекрасно, он повелся. Ну, как повелся? Ему надо было, наверное, это делать, я не знаю. Так. Варварская бочка. Так, хорошо. Хорошо. Так. Надо снова крутиться до
Ледяной голем. Сплит мушкетеров. Так. Пошли мушкетеры, так. Все равно тратит ракету, падла. Ладно, крутимся до варварской бочки. Ставим хижину. Вот она уже, варварская бочка. Так, здесь у нас ледяной голем. Ледяной маг. Я их всегда путаю, но неважно. Неважно, главное, что я его выпустил. Так, здесь у нас poison. Я даже еще, ну, толком урон не нанес, да, еще как бы. Я вижу, куда летит бочка, я вижу. Так, хорошо. Хотя я думал, она летит дальше, чем... О, поставил далеко Теслу. Один варвар должен пистануть по вышке. И да, он это сделал. Ставим хижину, возможно. Возможно, нервишки у него. Так, тихо. Варварская бочка срочно мне нужна. Блин, я слил ее. Пацаны, дефайте гоблинов! Вы что? Ёб твою! Вы что творите, блин, пацаны? Так нельзя, я вам серьезно говорю. Это очень опасно так делать. Так. Тихо, хижина, стоять, принцесса, стой на месте. Короче, пацаны, я понял его фишку, он крутится до... гоблинской бочки, все, варварская бочка у меня есть, я спокоен. Самое главное, чтобы он меня вот это отслеживать, куда она летит. Так, надо, мне надо эликсир, делаем сплит, так, хорошо. Куда ракета, давай ракету. Блин, жалко, что сюда, Так, poison, ледяной голем, шикарно. Фак, так хочется сейчас в варварскую бочку слить, но я не буду этого делать. Я этого делать ни в коем случае не буду. Так, хорошо, здесь сплит скелетиков. Здесь так. Тяжело, пацану, тяжело. Чувствуется, да, что он такой... Как же выиграть? А никак. Никак не выиграть. Так, тихо. Блядь, тихо. Нет. Самое главное, вообще ни одного удара от гоблина нельзя получать. Да, блядь, какого? Лешего. Ну все, он сейчас будет, короче, ракетами меня уже пытаться закидывать. Пацаны, он, кажется, прокрутился до бочки с гоблинами. Надо... Блин, он вроде кидает ее назад, но я туплю. Вроде как, ну, ничего такого особенного он не делает. Так. Я вижу варварскую бочку. То есть меня не проведешь. Так. И забрасываем... Таран сейчас забрасываем. Он будет сейчас крутиться до второй ракеты, но я постараюсь быстрее его снести. 56 хп, так. Сейчас будет ракета. И кто быстрее? Я или он? Я быстрее! Да. Фух, ну хороший бой, согласитесь. Блин, так потно. Это всего лишь один поединок, да, 7 минут ролика. Обалдеть. Так, поехали дальше. Эта колода чуть-чуть лучше, чем предыдущая. То есть с предыдущей БДкой, может быть, я с полбейта не выиграл бы. Не, ну там, знаете, мне в той деке больше нравятся королевские свиньи. Их можно взять в эту деку, попробовать. Вот. Бля, ну чем дефать, сука, принцесса сразу в начале. Бесите меня со своей спеллбейтеры эти. Сука, опять спеллбейт, опять это дрочево сейчас будет. Стрелы. Не, ну это немножко другой спеллбейт на самом деле. Вот, так, окей, здесь, значит, ставим хиллером, так, хорошо, осталось выяснить, что у него там за карты еще, пека, не пека, кладбище, может быть, хрен знает, не, это дека однозначно мне больше нравится, тут еще poison, против кладбища, пацаны, если в прошлой колоде я кладбищу проигрывал, то с этой декой нет, это дека однозначно чуть-чуть лучше, вот, ага, ого, Мега рыцарь, ёпта. Ну это контра, типа, знаете, как вышибало, но... Но окей. Я poison использую, хер знает. Есть орда мух, нету, вообще плевать. Сейчас... Да. Я как в воду глядел просто. Вот я ванга, да? Так, ладно. Вроде как задефались, да? Ну, в хижину теряем, да. Без базара вообще тут хижину не спасти было. Бедная хижина. Ну а что поделать? Что поделать, иногда приходится жертвовать тем, чем им дорожим. Так, ставим, короче, сейчас хижину вот этих дятлов.
Так, ждем. Все, пошли, давайте. Как с цепи сорвались, давайте. Понеслась. Так, хорошо, все. У него ничего нету вообще. У него ничего нету сейчас. Чем задефать таран? Чем ты будешь его дефать, а? Шариком? Не, ну шарик он грамотно кинул, вопросов нет. Ну вышку-то он теряет. Мне нравится эта дека, друзья. Блин, что-то я уже начинаю сильно эмоционально реагировать, да? Сильно радоваться. Рано радоваться. Поехали, сплитим варваров. Ой, мушкетеров. Буду путать все карты, потому что, ну... недавно начал играть в рояль. Еще не выучил все карты. Вот. Так, тут хижина. Тут варварская вот эта делюга. Тут вот такая херня. Короче, вообще бред. Я не знаю, как он это будет. Бедный челик. Ему вообще невозможно меня выиграть. Он обречен вообще, обречен. Так, давайте сейчас, короче, попробуем, знаете, как поступить. Ух ты, ё-моё, какой. Ну ладно. Давайте попробуем так поступить. Ну, типа, знаете как. Мушкетеров не бывает мало, да? Типа, ну... Ну, ладно, допустим. 13 секунд. Ты что, типа, хочешь за это время меня успеть снести? Я, наверное, тебя на 3 короны быстрее снесу, чем ты меня. Короче, удачи, спасибо. Короче, неплохая дека. Это уже, знаете, усовершенствованная дека. Поэтому я с ней поиграю чуть больше, проверим ее. А вообще, у меня есть еще одна такая, я вам говорил, припизженная колода. Но я ее покажу, когда этот ролик соберет 5к лайков. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал для стримов. Вчера стримил, блин, никто не пришел. Давайте, приходите. Хочу, чтобы вы приходили на стрим. Не, ну это YouTube. Он на самом деле, вы не виноваты в том, что вчера было мало народу. Я вас понимаю, вы задолбались бегать на тот, на другой канал. Я вас везде зову. Вы типа, Холдик, где тебя смотреть? Ты уже везде. Ну это YouTube. Он страйки кидает, блин, вообще. Я сам не хочу стримить на разных других каналах. Я хочу на этом канале стримить. Но висит страйк. Поэтому, ребят, надо вот как-то изъебываться. Поэтому подписывайтесь. Ссылка в описании на тот канал, где приходят стримы. Я вас всех люблю. Обнял, целую, поцеловал. Жду вас сегодня на стриме. И сегодня еще будет ролик, как скачать Brawl Stars, как играть до релиза. Подписывайтесь и ждите. Пока.